23-летняя Кендалл Дженнер, примерила необычный образ. Американка появилась на публике в трикотажном спортивном костюме и сланцах. Модель засняли во время прогулки по Беверли-Хиллз. Поклонники звезды были шокированы ее внешним видом. Кендалл разгуливала в странном наряде. Представительница знаменитого телесемейства Кардашьян Дженнер надела бордовый спортивный костюм. На ней были однотонные штаны и трикотажная кофта с длинным рукавом. В качестве обуви Дженнер выбрала обычные черные сланцы. Из-под них у звезды выглядывали тонкие белые носки. Кендалл зачесала волосы в кокетливый пучок. Звезда реалити-шоу предпочла остаться в максимально естественном виде. Она не стала делать макияж. Папарацци сделали снимки Дженнер, когда та садилась в свое авто. Кендалл прикрывала лицо руками, не желая демонстрировать этот странный образ на публике. Ранее модель порадовала поклонников пикантным снимком. Кендалл позировала в сексуальном белоснежном наряде с перьями. Недавно Дженнер удивила преображением. Она стала платиновой блондинкой. Модель в сексуальном наряде подразнила мужчин ягодицами.